Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как легко и весело приготовить невероятно вкусное домашнее печенье. Это идеальный рецепт для уютных вечеров или веселого времяпрепровождения с детьми. Давайте начнем. Для начала нам понадобятся следующие ингредиенты: мука, сахар, масло, яйцо, разрыхлитель, соль и ванильный экстракт. Первым делом смешаем муку, разрыхлитель и соль в миске. Убедитесь, что все хорошо перемешано. Теперь возьмем масло комнатной температуры и сахар. Мы будем взбивать их до легкой и пышной текстуры. Пришло время добавить яйцо и немного ванильного экстракта. Это придаст нашему печенью особенный аромат. Осторожно добавим сухую смесь в масляно-сахарную и перемешаем до однородности. Теперь самое интересное — формирование печенья. Делаем из теста небольшие шарики и выкладываем их на противень с пергаментной бумагой. Выпекаем печенье при температуре 180 градусов Си примерно 10-15 минут или до золотистого цвета. Не забудьте следить, чтобы не перепечь. Вот и все. Наше восхитительное домашнее печенье готово. Пробуйте, наслаждайтесь и делитесь с друзьями и семьей. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. До встречи!